Вчерашний ливень под утро превратил весь город в каток. Те водители, которые, вопреки предупреждениям, не удосужились поставить зимнюю резину на свои авто, оказались не только сами в зоне риска, но и стали угрозой для других участников движения. Коммунальные службы города были подняты ночью. Сразу приступили к обработке дорог курорта от гололеда. С 3 часов ночи начали работу коммунальные службы. На данный момент работают 3 единицы техники, отсыпают улицы. Будет это усиление до завтрашнего дня. Спецмашины работают на территории города и в сельских округах. На остановочных павильонах установлены емкости с песком. В случае образования наката дворники могут обрабатывать тротуары смесью без привлечения автотехники. Также завезен песок практически на все главные перекрестки города. Впрочем, для опытных водителей первый гололед не стал неожиданностью. Ощущения нормальные. В принципе, снега-то не так много нападало. В принципе, ничего так еще. И солнышко, снег растаял. Ну, как бы нормально. Вроде пока такого мороза не было. Ну ничего, дороги пока чистые. А дальше что будет, посмотрим. Посыпают. Пока не заносило. Отлично. У меня шипы стоят, поэтому отлично. Держит. Как показало первое испытание, Анапа к зиме готова. На курорте установлен круглосуточный режим дежурства. Работы будут проводиться в усиленном режиме до момента, пока температура не вернется к плюсовым показателям. Автолюбителям еще раз настоятельно рекомендуется поставить на автомобили зимнюю резину. Руслан Душевский, Роман Беркалиев, Михаил Григорьев, Анапа регион.